пазл. Все, что тут осталось, это в основном такие вот черные элементы. Я надеялась такие вот кусочки найти. Вот здесь вот должна была быть маленькая деталька. Ну, увы, ах, вот это все один и тот же цвет. Вот он. То есть это, в принципе, бесполезное такое занятие. Вот они все детальки остались. Да, их можно распределить между черными и зелеными, но как бы я не люблю такие пазлы. Мне интересно собирать какую-то картинку, чем пытаться соединить 50 абсолютно одинаково черных деталей. Так что я, пожалуй, на этом закончу.